вернулась с моря. Настроение после того, как потанцевала у моря и вышли, печаль, какое-то легкое, может быть, одиночество даже, не знаю, но там звучала прекрасная греческая музыка. Сначала такая мужской голос, и слезы у меня градом потекли, очень сердце тронуло, и тело двигалось так в ритуальных движениях благодарения проявлению энергии отца-матери. Ну вот. А потом была такая веселая музыка, и мой ребенок пробудился внутри, и я вернулась в отель уже совершенно в другом состоянии. И сейчас я ощущаю сердце свое и в каждой клеточке пробуждение жизни, праздника. Я родилась, это как Лунтик, я родился. И полна благодарности, любви, признательности всем, всем, всем и всему. Благодарю, благодарю.